Уникальную гісторыка-мастацкую экспазіцыю «Рака часу» урачыста адкрылі ў Гродзенскай гімназіі нумар 4. Яе асаблівасць у тым, што кабінетаў і класаў для ўвасаблення ідэі аказалася мала. У выніку нарадзілася самастойная зона – рэкрэацыя. Адкрыццё экспазіцыі «Рака часу» стала чарговым крокам рэалізацыі рэгіянальнай канцэпцыі «Установа адукацыі музей». В университете реализовывается концепция «Университет-музей». В гуманитарном колледже – колледж-музей. И сейчас мы видим, что вот в гимназии номер 4 есть все основания говорить о том, что эта концепция продолжается «Школа-музей». Да открытия экспозиции подрыхтовали театральную постановку «У глыбиню эпох». Удзелу ёй приняли наставники, вучни, актеры, удельники историко-патриотичного клуба. Постанова рассказала об истории Гродзенской земли, починаючи с 14-го стагодия и до нашего часу. Сценарий авторства вучнев и наставников, якія ведут грунтовную доследшую деятельность, развиваючи музейную справу. До слова, первый из них у гимназии з'явился 10 год тому. По мере накопления материалов, создания экспозиции, ну, стало тесно уже в этих пространствах, и все это вышло вот в эти коридоры, в эти рекреации, которые, ну, они не наполнены артефактами, но они наполнены тем материалом и теми изображениями, которые дороги каждому гродненцу, теми изображениями, которых нет уже на сегодняшний день, они не существуют. Штучный камень, будовничие материалы, фарбы, плюс уластная праца и творчая фантазия коллектива гимназии, миновито на таким фундаменте свечат наставники, и была створена уникальная экспозиция «Рака часу». Привлекались учащиеся, они мне помогали месить, мы создавали цвет, мы пробовали, экспериментировали. Это был постоянный творческий поиск. Это буквально реалии. Возьмем коллажу, знаки вынесенные, майолики. Это знаки, сделанные в размер. Подбирался цвет, чтобы показать вот действительно вот эту реальную красоту вот этого исторического места.